Меня просто бесит, что люди придумали какие-то идиотские правила, живут по ним, а ты обязан под долбоебов подстраиваться. Блин, знаете, вот это вот ее отчаяние, да, я прямо им проникся весь, и я, кроме как согласиться с ней, не могу. Меня тоже бесит эти люди, которые придумали какие-то правила. Почему я не могу ограбить банк? Почему я не могу забрать деньги у какого-то другого человека? Почему я не могу домогаться женщины? Почему я должен ходить на работу? Почему я должен покупать себе коньяк? Почему это все происходит? Почему мне не могут нравиться животные в интимном плане? Или дети? Или животные и дети? Или животные и дети, еще и дельфины? Странные эти люди, очень странные.